Александр Иванович. Хорошо выспался. Скажи, пожалуйста, какие у вас планы на сегодня? Отдыхать. Вечером в театр пойду. Ивана Грозного смотреть. Смотреть и учиться, как правильно управлять государством. Скажите, вы были на пресс-конференции вчера. Вы говорили, что вы хотите отлаживать структуру. Хочу. Скажите, слово демократия, демократически вчера не упомянулось. Вы готовы работать с демократическим? Это я подумаю, как это будет. Конечно, демократическое управление. Я 4 месяца назад сделал выбор, назад не пошел. Попытался двинуться вперед. Нет, не было. Все знают, что предлагать мне что-либо бесполезно. Я же демократ. Вы...